Больше 90 тысяч рублей, поступивших от жильцов, потратил по своему усмотрению директор предприятия из Усть-Большерецкого района Камчатки. Организация оказывала услуги ЖКХ и испытывала серьезные проблемы с долгами. Однако руководителя это, по-видимому, не волновало, и он решил забрать деньги сельчан себе. По данным следствия, мужчина, являясь директором муниципального унитарного предприятия, деятельность которого связана с предоставлением хозяйственно-бытовых услуг населению, злоупотребляя должностными полномочиями, осознавая сложное финансовое положение организации и наличие у нее существенной кредиторской задолженности, влекущей риск остановки деятельности, в период с февраля по декабрь 2023 года распорядился по своему усмотрению денежными средствами, поступившими в качестве оплаты за предоставленные предприятием услуги гражданам. Предприятию был причинен ущерб на сумму более 90 тысяч рублей. Теперь директор стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Если его вину докажут, то руководителю может грозить до 4 лет лишения свободы.